Мои уважаемые зрители, я рад вас приветствовать из Городецкого района Нижегородской области. И в этом видео мы с вами посетим недавно заброшенную деревню, которая называется Эмахоны. Эту деревню я посещал уже несколько раз. И так получается, что как минимум один раз в год я эту деревню посещаю. Что-то сюда меня притягивает. А что, я до сих пор не понял. Деревня находится всего лишь в 1 километре от трассы по грунтовой дороге, и надо будет пройти через перелески. Но дорога настолько живописная, что это расстояние вообще не чувствуется. Деревня находится примерно в 1 километре от трассы, и это расстояние преодолевается очень быстро. Правда, вот в последнее время дорога зарастает, и все больше приходится сил тратить. Эта деревня, как и многие деревни в округе, основана старобрядцами более 300 лет назад. И в последнее время здесь жили одни лишь ляпины. Вот такой интересный факт. Ну, об этой деревне я подробно рассказывал в своих предыдущих видео про эту деревню. Конечно, с каждым годом дорога сюда становится все хуже и хуже. Дорога просто зарастает. Но пройти тем не менее можно. А вот на легковом автотранспорте вы точно здесь не проедете, а застрянете. Вот такой молодой березняк растет по обе стороны от дороги. Возможно, здесь было поле. Но еще одно незаброшенное поле мы увидим совсем, когда уже будем подходить к деревне. И в прошлом году в этой деревне был в продаже один дом. Его оценили в 150 тысяч рублей. И я, в принципе, сказал, что это недорого для такого дома. И в этом доме как раз и жил последний житель этой деревни. И в настоящее время это объявление сняли с продажи. В связи с чем, непонятно. Возможно, кто-то этот дом купил и вывез. Ну, либо просто хозяева передумали его продавать и будут время от времени его навещать. Такой информации у меня, к сожалению, нет. Но скоро мы все увидим сами. Да, вот здесь даже следов нет. Все заросло. Все заросло. Ну а лес, который окружает эту деревню, он просто прекрасен. Ну и временами, смотрите, какая дорога. Поваленные деревья могут встретиться на пути. Но это все легко преодолимое. И дальше угадывается направление дороги. Смотрите, здесь трава также не примята. А до деревни между тем остается каких-то несколько сотен метров. Этот километр очень-очень быстро преодолевается. Я из лесу вышел и увидел вот такое вот поле. Поле обрабатывается. И здесь растет рожь. Вот смотрите, озимый рожь. Колосится в поле рожь. Очень приятно видеть вот такое вот незаброшенное сельскохозяйственное поле. И дальше, смотрите, уже начинается деревенька. Деревня Эмахоны. Вот она, родная. Стоит. Стоит первый домик.
Вот что значит очень качественно построенные дома. И они стоят до сих пор. Даже без участия человека. Домик стоит. Очень крепко выглядит первый дом. Но в продаже был другой дом. Вот этот дом даже несколько лет назад был таким же ветхим. Дом был в продаже ровно с другой стороны деревни. Крайний дом. И с той стороны также возделываемое поле. Никаких мародеров я пока здесь не встретил. Деревенька, конечно, ветшает, что говорить. Некоторые хулиганы выбивают стекла. Как у них вообще рука может подняться на такое? Но все люди разные. Вот этот домик мы тоже помним. Он на два окошечка. И очень сильно ушел в землю. Скромный домик. Покосился даже на одну сторону. А вот следующий крупный дом, пятистенный, на 5 окон, он просто великолепен. Но не считая, конечно, разбитых стекол. Да, вот здесь тоже кто-то постарался. Практически на каждом окне выбиты стекла. Просто нет слов. Но сам дом очень-очень добротный и крепкий. Следующий домик у нас немножко пообветшал. Он, хотя тоже на 5 окон, пятистенный. Но вот он немножечко хуже выглядит, чем предыдущие. Рама выломана. Но стекла некоторые целые. Да, огород, конечно, зарос тут капитально. Да, тут кто-то приезжал на машине. Вот еле заметные следы остались. А вот в этом домике жила Люба Ляпина. Ее сестра. Да, и вот тут вот картина, которую написали хулиганы, или как можно назвать, примерно год назад. И вот этот вот дом, который был в продаже, он никуда не вывезен. Он так здесь и стоит. Но почему его сняли с продажи, это одному Богу известно. Ну и хозяину, естественно, тоже. Этот домик самый крайний. И дальше находится поле. Вон за теми березками. Домик с номером 1. Очень добротный такой. Он хоть и пятистенный, но на 4 окна. Но очень крепкий. Ну и построен он примерно в 60-х годах, наверное. Но построен так качественно, что вот стоит до сих пор. И будет стоять еще, если мародеры или какие-то другие лица не будут ему мешать. А уж если хозяина найдется, то этот дом будет стоять еще сотни лет. Thank you.
И я до сих пор не пойму, почему меня тянет в эту деревню. Хоть деревня и заброшенная, но что-то меня тянет как магнитом. Не могу объяснить, пока не понял. Деревенька стоит, но здесь уже 4 года никто не живет. Всего лишь 4 года. Спасибо вам большое за добрые слова, за те теплые комментарии, которые вы оставляете. Я желаю вам, конечно же, всего только самого хорошего. И увидимся в следующих видео.